Районный этап фестиваля «Формула успеха» прошел 18 октября в парке станицы Сиверской. Участниками стали ребята в возрасте от 13 до 18 лет в составе команд городских и сельских поселений, а также студенты. И неспроста наша сегодняшняя игра, фестиваль называется «Формула успеха». Есть определенная формула, а значит, в эту формулу входит быть позитивным, двигать вперед свои идеи, мысли, быть активным, быть настоящим патриотом своей родины, нашего любимого Сиверского района. На аллеях парка работало 11 тематических площадок, каждую из которых должны были пройти команды. За успешное выполнение заданий ребята получали баллы. Им пришлось проявить смекалку, творческие и спортивные способности. Несколько площадок помогли узнать больше о существующих профессиях. На станции пожарной части ребятам предложили примерить спецодежду. Оказалось, что даже надеть все нужное снаряжение для пожарного – задача непростая. А сделать это нужно максимально быстро. Еще одна интересная площадка от сотрудников ГИБДД. Здесь ребятам предложили пройти дистанцию на самокате и правильно ответить на вопросы викторины. Цели фестиваля – сформировать у молодежи стремление к здоровому образу жизни, развить профессиональные и социальные навыки, популяризировать позитивные формы досуга. Организовала фестиваль комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Сиверского района.